Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy M55s. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить вспышку в камере. Итак, открываем камеру, нажимаем на значок молнии и можем либо включить автоматическую вспышку, либо просто ее включить, либо выключить. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.